Здравствуйте. У нас Дэндик так вот вылизывает тарелки. Дэнь, тарелка-то пустая. Я можно заберу тарелку-то? Такая. Тарелочку забрать можно? Она же пустая, ты же ее все вылизал. Тут была сейчас яичница, да, Дэнь? А Дэндик у нас любит желточки. Вот я желточек ему один оставил. Дэнь, ну тарелку-то надо помыть. Тут ничего нету. Пусто. Дэнь, тут же пусто. Какой ты жадный. Даже чужую тарелку тебе вот жалко взять. Какой ты жадный, Дэнь. Это же тарелочка. Она же пустая. Ее надо помыть. Ну, короче, вот еще вот у нас вот такой вот товарищ. Ой, какая вкусная тарелка. Ой, какая тарелка вкусная у нас. А, Дэнь, вкусная? Хватит жадничать. Можно я ее заберу? Ее надо помыть. Даника. Отдай тарелочку-то. Ты меня чуть не укусил. Что ж такое-то? Что ж такое за жадина-то у нас дома растет? Жадина, говядина, соленый огурец. На полу валяется, никто ему не ест. Короче, ладно. Передавайте привет жадине. Такой у нас еще сюжет получился. Ставьте лайки, поцелуйчики передавайте. Мы его чмокаем обязательно и говорим, что тебе передали привет. Все, успокоился. Сейчас заберем тарелочку и помою. До свидания. Да, Дэнь. Ой, что-нибудь там осталось ищет. Остался тут что-нибудь желточек-то. Желточек-то остался. Нет, ты все съел. Дэнь, смотри, что есть. Что такое, малыш? Ладно, до свидания.